Всем привет! Сегодня вы на канале Home Kingdom будем изготавливать качели для нашего хомячка. А для этого нам понадобятся бамбуковые палочки. Мы некоторые детали подготовили заранее, чтобы удобнее было вам смотреть, чтобы не ждать. Эти палочки мы разделили вот на такие вот полосочки, небольшие полоски, в которых есть отверстия, которые мы будем сейчас скреплять. Одна и вторая. Мы их скрепили для того, чтобы получилось у нас вот такие вот конструкции, которые будут ставиться вот так вот. Одна вот сюда, вторая вот сюда. Потом все это мы прикрепим с помощью клея. Затем у нас есть вот такая вот бамбуковая палочка, которую мы будем ставить вот сюда. Дополнительно к ней мы делаем резиночки, чтобы наши веревочки никуда не смогли двигаться. Мы их закрепляем сразу на палку. И затем мы закрепляем ее. С одной стороны покрепче, и с другой. Затем с помощью клея мы склеиваем вот эти вот части, чтобы у нас не упала качелька. Одна сторона. Ну, теперь второе. Наше основание пока сохнет. Мы приступим делать непосредственно нашу качель. Для этого нам понадобится две палочки от мороженого. Вот такие вот. Их можно найти в любом магазине. И опять же я распилил заранее подготовленные бамбуковые палочки вот из этого бамбука и на равной части. И теперь мы вот эти вот палочки будем крепить вот так, с помощью клея. Это должна получиться вот такая вот конструкция. Пока она подсохнет, замерзнет наши веревочки. Затем мы делаем веревочки вот таким вот способом. Мы разделяем пополам спичку и делаем узелок. Соединяем. Вот получается такая вот конструкция. Прям лишнее с одной стороны, потом со второй делаем узелок,
соединяем. Вот. У нас получилось вот такие вот части, которые мы будем скреплять вот так вот. С одной стороны. И с другой. Должно быть получиться вот такие вот листочки, которые мы повешиваем вот сюда вот. А теперь приступим к вешанию качели. Одну мы с одной стороны вешаем. А вторую мы делаем с другой. У нас качелька готова. Вуаля! Получилась вот такая вот качелька. Всем, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем пока-пока!